Всех приветствую, вы зашли на канал Заметки Механика. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Приятного просмотра и жду вас снова. В мастерской пополнения парни из фирмы Деко предоставили нам трещотку на 3/8 дюйма. Есть подсветка. 12 вольт. Единственное, конечно, в комплекте был только один аккумулятор. Но это ничего страшного, мы докупим, чтобы было два сменных. Прикольная фишка у нас фиксатор. Раз, и ничего нажать невозможно. При транспортировке классно. Да и при хранении инструмента. 3/8 дюйма посадочный квадрат. Это мой самый любимый инструмент, в принципе. Потому что я им кручу и пользуюсь очень часто. 40 ньютон заявленная мощность. Ну, хотелось бы больше, конечно, но для меня вполне достаточно. Для лентяя такого, как я, теперь крутить можно не руками, а трещоточкой. Классно, рекомендую. Ссылочку на трещотку оставлю в описании. Переходите и сделайте себе подарок. День сегодня какой-то такой очень быстрый, сумбурный. На одном олл-роуде поменял вот передний правый тормозной суппорт. Так как вот здесь такое состояние. Нормально перебирали когда-то. Передние тормозные диски. Износ большой. На втором олл-роуде поменял задний левый датчик пневмоподвески. Уровня кузова. Плюс еще отремонтировал к нему проводку. Но это я не снимал. Перепиновал фишку. Что проделал сегодня, рассказываю. Теперь у нас еще металлолом. К нам вернулась А4, на которой я менял цепи, баланс валы. Вернулась на ТО. Меняю масло. Тут еще у нас немножко течь масла. Я уже посмотрел с теплообменника, я тут замыл уже. Теплообменник течет. Это будем потом устранять. Сейчас самое интересное. Нам будет необходимо поменять передний подшипник ступицы. И вот делаем ваши ставки, господа. Выйдет ли подшипник стальной из силюминового кулака? Ну, судя по состоянию, он прикис хорошо. Будем, короче, мучаться. Вот такое состояние тормозных дисков на машине. Ну, человек ездит. Человек говорит, рано еще менять. Вот так вот. Люди ездят. И такое бывает. Итак, приступаем к замене подшипника. Поехали. Достал я подшипник. Варварским немножко методом. Ну, ничего страшного, это сейчас все уберу, зашлифую. И вот оно, отложение клоака, силюмин. Вот он, подшипник. Подшипник сидел очень плотно. И тут зубилом его раскачивал. Ну, раскачал. Сейчас перепрессуем ступицу. И будем устанавливать. Ну, конечно, все зачистим. Все выровняем, все смажем. Зачистил я посадочное место. Далось это с трудом. Покислы очень большие. Ну, теперь чисто. Осталось помазать и поставить подшипник. Новый подшипник у нас установленный. Все отлично, все помазано. Ступица медная обработана. Собираем дальше. Кто не помнит, зайдите посмотреть. У этой Audi была проблема с давлением масла. Ссылочки я оставлю в описании. Ну и всплывет либо здесь, либо здесь. А так все обслужили. Все сделали. Подшипник поменяли. Можно отпускать. Сейчас попытаемся снять с сигнализации машинку. Заглючила сигналка. И запустить. Тут уже хозяин что-то там делал. Вот, вызвал на помощь. Сейчас будем оживлять субу. Итак, у нас проблема такая. У нас
не включается вообще зажигание. Ключ повернул, а никого нету. Только пищит, что присутствует ключ. Ему тут нет. Ключ обычный. Взорвал тут владелец немножко салон. Я посмотрел, питание не приходит на сигналки. Ни на один предохранитель. Подозрение пало, то, что выбит главный предохранитель, либо майн-реле. Ну и как следствие, здесь питание есть, а здесь никого. Сотый предохранитель сгорел. Скорее всего, при перестановке аккумулятора переполюсовал и спалил пред. Сейчас накинем соплю, попробуем, как оно будет. Ну что, господа, подал я питание вот таким вот способом. И у нас появилось питание на генераторе на всем. Уже запускали, пробовали. Сейчас вот надо открутить. Инструмент я не брал с собой. Вот сейчас мы посмотрим, есть питание на генераторе. Нету. Вот если шевелим, раз и есть. И вот сгорел силовой предохранитель, как я и предполагал. Опа, появилось зажигание. Работает ласточка. Огонь. Это мой золотой человек. Нано-предохранитель на 1000 ампер. Но это временно, пока не купят новый. Да простит меня Эльдар, но оживление мертвеца прошло успешно. Будьте всегда внимательны при замене аккумулятора. Не путайте плюсовую и минусовую клеммы. Нас тут завелись тимуровцы. Приехали, откопали одну БМВ, вторую. Хотели заводить эту. Что-то у них не пошло. Завели эту. Снега откопали, ужас. Сейчас все-таки пробуют эту завести. Запустить, завести. Уже все аккумуляторы у нас посадили, все бустеры, все зарядки. Кейджитроник так просто не сдается. Вот, понесли еще один аккумулятор. Не, этот вообще мертвый. Что-то пусковое вообще не хватает. Не крути. Все-таки они ее победили. У нас в гостях Мерседес. Заменил масло в переднем редукторе. Не знаю, сливную я нашел быстро, а вот заливную так и не нашел. Есть тут место одно подозрительное под сливную, под заливную, но там заглушка просто. Короче, сколько слил, столько и залил все через низ. Может, конечно, я олень, то, что я не нашел заливную. Ну, скорее всего, на этой модели ее просто нет. И масло, как обычно, на весь срок службы, как они любят. Как говорится, глаза! Будет вот такой верстак у нас. Сейчас покажу конечный результат. Сделали с Егоркой вот такой вот верстачок. Доработали. Он у нас был. Мы приварили нижний каркас. Колесики все четыре. Крутящиеся. Песочки установили. Наконец-то в нашей мастерской появились тиски.
Поставил я сюда сварочный пока. Вот так. И теперь можно по мастерской катать верстак. Еще нужно сделать нижнюю полку, и будет вообще огонь. Во! На верстак еще установил моторчик зачистной. Теперь отлично. Верстак мобильный. В верстаке есть удлинитель. Где угодно подключил и пользуешься. Кузьма верстак одобряет. Нравится ему. Да, Кузьма? Че, прям так нравится? Ну, мы старались, да, конечно.